Сейчас, пока будет играть музыка, наши ребята будут раздавать вам красные шары. Это как символ памяти. У них есть маркеры. Мы будем на них писать имена людей, которые безвременно ушли от нас. Знаете, буквально вот с нами недавно случилась такая ситуация. В прошлом году наша подруга... Она здесь точно так же стояла, здесь с вами, писала имена. И в ноябре мы с ней попрощались. Это, конечно, было очень неожиданно для нас, для всех, потому что молодая женщина, которой 38 лет, случилась онкология на почве ВИЧ. Ее сегодня с нами нет. Мы просто верим, что она там, на небесах, она сейчас радуется.